Первые выходные октября в Беларуси ожидаются теплыми, как в сентябре. Такую комфортную погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и поступление теплых воздушных масс. Так, в субботу, 6 октября, при переменной облачности существенных осадков по стране не ожидается. Лишь ночью по северу пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный от умеренного до порывистого. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14-20. В областных центрах завтра. В Минске ночью плюс 7-9, днем плюс 15-17 без осадков. В Витебске плюс 7-9, ночью небольшой дождь, днем плюс 14-16 без осадков. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 15-17. В Бресте плюс 5-7 в ночные часы и до плюс 20 днем. В Гродно ночью плюс 6-8, днем около 18 тепла, здесь без осадков. В воскресенье 7 октября станет еще теплее. Кратковременные дожди ожидаются лишь днем по северо-западной половине республики. Будет преобладать южный и юго-западный ветер. Ночной фон температур составит плюс 4-10. Днем за счет солнечного прогрева температура повысится до плюс 14-20. По югу Гомельской и Брестской областей до плюс 22. В областных центрах днем в Минске плюс 16-18, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, в Витебске плюс 15-17 без осадков, в Могилеве плюс 16-18 также без дождя, в Гомеле около 20 тепла, в Бресте плюс 20-22 без осадков, в Гродно плюс 17-19 и во второй половине дня возможен дождь. Не упустите возможность насладиться золотыми днями осени. Хороших всем выходных!